Конечно, для богачей из бамбука могут что угодно смастерить. Хотя и для нищебродов здесь одно бамбуковое ноу-хау. Знаете, что это такое? Объясняю. Это филиппинский амплифайер для смартфона. Колонка для мобильного телефона. Сделана колонка из толстого бамбука. Главное ее преимущество в том, что она работает без электричества. На упаковке пишут, что 100% офигенная. Короче, как это работает? Берем амплифайер филиппинский для смартфона. Берем смартфон. Включаем. Ну, не то чтобы он грохотал прям, но для комнатки в общежитии самое то. Принцип работы колонки элементарный. Она просто направляет звук, и он не рассеивается. За счет этого музыка звучит громче. Ну, филиппинцев звук устраивает. Сами же они маленькие, квартиры у них маленькие-маленькие, поэтому... В общем, если перееду в Хрущевку, будет у меня крутая бамбуковая стереосистема. Прикольная штука.